Друзья, последние дни я замечаю, что я, видимо, кому-то встал поперек горла. Ту информацию, которую я преподношу и распространяю, видимо, она нравится далеко не всем, и на мои соцсети началась атака. Сначала было заблокировано несколько видео на моем аккаунте здесь, а также на YouTube, а теперь они дошли и до телеграм-канала. Они не дают вам перейти по прямой ссылке из ТикТока сразу в Телеграм и выдают вот такое вот сообщение. Оповещение системы безопасности. Этот сайт может быть небезопасным. Я весь вечер решал эту проблему с Телеграмом. В итоге мне пришлось сменить адрес. Вы помните, у меня канал назывался Кузьминов Новости. А теперь мне просто пришлось назвать телеграм-канал Кузьминов. Я его переименовал, но это все равно не помогло. Многие люди, которые хотят попасть ко мне в телеграм-канал, в итоге вынуждены искать меня в Телеграме, писать мне личное сообщение, и только после этого я им могу скинуть прямую ссылку. Я считаю, что это делается для того, чтобы правда не выходила наружу, просто я кому-то стал неугоден, только вот непонятно, кому и как они это делают. Поэтому, друзья, если вы хотите подписаться на мой телеграм-канал, вот он в шапке, вы нажимаете на ссылочку, он вас перебрасывает вот сюда, вы открыть в этой ссылке его не можете, видите? Вам придется нажать на три точки вот здесь, потом открыть в браузере, и только после этого вы заходите в телеграм-канал. К сожалению, вот такая вот система теперь. Ну что, друзья, давайте покажем, сколько нас, и давайте покажем, что мы можем сделать даже при таких санкциях. Видите, санкции распространяются не только на физических лиц, не только на олигархов, но а также они могут распространяться на обычных, маленьких, как я себя считаю, блогеров. Поэтому, друзья, чтобы не потеряться, переходите по ссылочке в шапке канала, нажимайте потом на три точки, открывайте в браузере, подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что еще не знаю, сколько мои соцсети могут существовать. Возможно, скоро вообще заблокируют все. Ну и, конечно, чтобы поднять себе настроение, слушайте мою песню «Раскатал» на всех цифровых площадках, а также на YouTube. Просто везде напишите «Кузьминов Раскатал». Я тебя раскатал.